Доброе утро. Сегодня 1 мая. Погода впервые за полгода, наверное, хорошая. Тишина на озере. Но я уже упустил карасика. Дернул хорошо вот, на среднюю удочку. Я подумал, что это мелочь какая-то, но и тоже дернул. Вот реально клюет, дергает, тащит в разные стороны. Подсечь не могу. Чё за хрень? Я не понимаю. На одной удочке вообще там у меня крючок прям большой. И тоже что-то дергает, дергает. По идее, маленькая рыбка не должна выклевать. Ну, такое вот оно озеро Рылеево. Вроде что-то и клюет, а поймать ничего нереально. Хор лягушек. Поймал я страшную рыбу этого озера. Называется ротан. Похож на лягушку чем-то. В общем, хоть что-то клюнуло сегодня по-нормальному. Не впечатлила, в общем, меня рыбалка. Поймал я одного ротана и все. Погода вроде хорошая, а вообще никаких движений. Какая-то мелочь дергает. Больше ничего. Неинтересно.